зашло. Нет, зашло ли? Знаете, какая работа сегодня? Если мы бросили соперника в стойке, и у нас есть возможность сразу же после броска, у нас рука остается захват, так? Мы же не отпускаем соперника полностью, когда бросаем. Или вы отпускаете? А теперь эти подножку. У нас захваты бывают в руках, полежи, что думаешь? Что ты встаешь? Бывают захваты в руках. Здесь мы можем и ручку ломать, разворачиваясь на живот. Если он развернулся, если нас захватили, мы можем и задушить. И на удержание взять. Сразу после броска, в течение 10 секунд, мы будем преследовать соперника в партию. Ясно? Примерно вот так это смотрится. Мы бросили его, оп, упал. Мы можем сразу взять, мы возьмем на удержание, секунд 15-20. Если можем ручку ломать, ручку ломаем. Если можем задушить, душим. Нормально все? Понятно всем? Ну что, здесь мы с тобой будем Например, живот дал он, не, левый живот жестко дал и дает задний косяк, дальше, давай, убежал соперник, подшагивает, снова ногой, еще раз присел, вот, просто подшагиваем, задний косяк жестко, раз, два, шире, вот, вот, что, пацаном, низ, вверх, все, короче. Сразу жесткий удар рукой, ногой. Хорошо? Ты готовишь? Ровно не устанете. Готовишь? Друг другу не мешайте. Сразу жестко.
дыша, зашел рукой. Вот в эту сторону. Еще раз, ноль. Раз, раз, ушел. Здесь я смотри. Момент такой. Раз, раз, дал. И снова, да, бум. Бум. Понял, надо? Уже как лечой заходишь. Такой момент. Еще раз. Раз, раз, дал. Отсюда нога. Приготовились. Время. Отлично, хорошо. Все, что можно было в этой позиции сделать, ты сделал, да? То, что я показывал. Брат, не уходи, пару слов. Ты был сегодня хороший. Спасибо, брат, спасибо. А ты сразу мою игру тоже оценил. Ты вообще четко сегодня сыграл. Где Шара? Шара! Вот здесь без удара как ты будешь? Братья, зайну-ка, что-то готовят. Удар как называется? Просто скажи, да. Что здесь происходит? Просто что им не хватает ничего. Сейчас тренируем. Хорошо,
право, вот это. Нет, правый удар. Вот право. Это левый. Левый удар. Когда руки поставили, начинаем, да? Да. Как умею говорить, да? Эй! А, давай. Ты вытащил ее. Конечно. Ты стукнул и вытащил. А как надо? Подъем. Дай эту коленную мужчину. Все. Молодец. Молодец. Они думают, я стойчий, это базовый вольников. В общем, нужно вытолкнуть. О. Там. Здесь уже пол команды. Вытолкнули. Покажи, вот, как раз и вот все, кто лежат, это кто выбыл из игры. Сеферович, как называется игра? А? Вытолкнуть. Выбывание, да? Давай, да, команду вытолкнуть сюда. Итак, финал вышел Шарип Зайнуков и Мурат Рамазанов. Смотри, правила игры. Взяли зад по одной руке. Ближняя, дальняя, кто как хочет. И надо сдвинуть с места. Партнер, если сам сдвинулся и его сдвинул, то тот, кто сдвинулся первый, тот проиграл. Приготовились. Работаем. Работаем. Да, вижу, все правильно, да. Шарип, он это делает. Хитрит, хитрит. Мне кажется, Шара уйдет. Я за свою комнату болею, по-любому. Шара! Раз, ты тоже отпускаешь. Держите руки. Ааа! Шары! Он вот так сделал. Он не сделал. Смотрим на камеру. Отбили хорошенько. Приготовились. Шеферович, еще одну игру чуть-чуть. Нужно мяч вытащить. Стоп! Че вы подстили? Мура, ушел! Эй, я с ним хочу! Пошли! Давай! Я сегодня немного проспал здесь. Надеюсь, меня помилует. Сейчас надо стартануть. Шары! Да, я опаздываю, да? О! Сколько, Зинарович? Ровно пошел, не опоздал. Ровно приехал. Короче, обид чемпиона. Сегодня и сам, как у меня, взял все питание. У тебя морковка есть?
Морковки нету. У меня вот это. Чеснок, он говорит, сегодня у вас, говорит, кросс, лучше чеснок не кушать. Короче, погода. Тренер, пару советов. Нормально?